Игры с мячом. Для депутатов в баскетболе упростили правила. Два периода по 10 минут. Иные дискуссии в Думе длятся гораздо дольше. К спартакиаде думцы готовятся не меньше, чем к пленарным заседаниям. Если говорить о депутатах Самарской городской думы, ну, допустим, вчера я с Сачковым, депутатом по избирательному округу промышленного района, играл в футбол при открытии одной из спортивных площадок на школе. Играли уже мы более сыгранно, чем это было две недели назад, когда проводился первый этап. Логический шаг, чтобы изменить отношение к спорту. Парламентарии всех уровней считают, такие соревнования полезны и чиновникам, чтобы на спорт выделять больше средств. Депутаты задались целью втянуть в спортивные игры как можно больше представителей власти. Мы ставим задачу, что вот после подобных спартакиад, чтобы это массовое движение, развитие спорта перешло во все муниципальные образования. А депутаты муниципальных образований, районов, поселений, чтобы они были именно той организующей силой, которые будут реально развивать физическую культуру и спорт. А потом, может быть, мы разберемся, кто из нас лучше в спортивном плане, или представительная власть, или исполнитель. Наверное, многим будет интересно посмотреть на наших министров, замминистров, руководителей департаментов. Завершился финал на свежем воздухе. Бег на 100 метров, кто быстрее. После такой разминки могут продолжать заниматься государственными делами с новыми силами, уверяют участники. Анастасия Зубарева, Евгения Белова, Владислав Манин. ГИС. События.